солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. На столе лежит. Ух ты! Журнал «Шишкин лес». Я этот номер еще не читала. Как здорово! Там, наверное, много веселых историй. Так. А картинки-то какие красивые, яркие, интересные. Там где-то должна быть сказка. Сейчас надо ее найти. Так. Привет, Шунь. Чем занимаешься? Представляешь, кто-то новый журнал «Шишкин лес» принес. Тут столько интересных сказок, загадок и картинок. Вот я как раз одну хорошую сказку нашла. Новый номер «Шишкиного леса»? Это здорово. Так... Кто же его принес, а? Ну, может быть, дядя Юра, или Енотыч, или тетушка Матильда. Ха, да не важно! Тут такая интересная сказка. Ой, вот. Здорово! Шуня, дай мне тоже сказку почитать, а? Ну, пожалуйста. Коксик, ну я сама только-только вот начала. Вот закончу, с радостью дам тебе почитать. Ой, я так хочу почитать сейчас. А может, вместе будем читать? Ну, давай. Так, что у нас тут? А здесь у нас что? Так, а что там? Подожди, Коксик, что? Подожди. Я еще страницу не дочитал. Ну, а я уже дочитал. Давай сейчас перевернем, а ты свою сказку потом дочитаешь. Да не хочу я потом. Я хочу сейчас. Ну, пожалуйста, мне так хочется узнать, что там на другой странице, а? Я кое-что придумала, подожди. Что? Давай перевернем страницу, и ты будешь читать журнал с той стороны. А я с этой. Все довольны, всем удобно. Точно. И как же это я сам-то не догадался? Так, вот. Давай читать. Так. Ну. Так. Коксик, переворачивай. Я к тебе на страницу иду. А я эту страницу уже дочитал. Надо еще одну переворачивать. Подожди. Так, а тут у нас что? Да тут головоломка. Так, Шуня, извини, мне журнал надо на этой странице совсем открыть. Ну уж нет, дай я сказку дочитаю, а потом ты будешь свою эту головоломку разгадывать. Ну кто ж виноват, что ты читаешь так медленно? Это не я читаю медленно, это ты слишком быстро. Мне что, вот так вот сидеть и смотреть на одну и ту же страницу до тех пор, пока ты дочитаешь, и можно будет ее перевернуть? А я, между прочим, первая этот журнал увидела, так что и правила мои. А пока я не дочитаю, переворачивать страницу нельзя. Вот. Я читаю гораздо быстрее тебя, отдай мне журнал. Я его за 10 минут весь прочитаю, тебе верну, ты можешь с ним хоть полдня сидеть, вот. А я передумала, не хочу я больше с тобой этот журнал читать, хочу одна. Погоди, ну... Правда, быстро дочитаю, отдам. Ну, нет, это несправедливо, ну отдай, нет, отдам. Я первой его увидела, значит, дочитать буду первой. Ну, отдай. Не отдам. Отдай немедленно. Я первой хочу дочитать. Ну, отдай. Ой. Ой. Порвался наш журнал. И, о, прям на головоломке. Не разгадаешь ее теперь. А ведь наверняка Зубок с Веснушкой еще и не читали этот журнал.
Да, а мы его испортили. Зря я упрямилась. И я тоже, пожалуй, зря. Прости, Шунь, надо было дать тебе его дочитать до конца. И тогда бы мы с тобой бы не поссорились, и он бы не порвался. Да какая теперь разница, кто бы его первым прочитал? Все равно теперь журнал испорчен. Шунь, не плачь. Давай его Енотычу отнесем, а? Енотыч наш мастеровитый наверняка сможет журнал склеить. Ну, тогда придется ему рассказать, от чего журнал порвался. И Енотыч нас будет ругать. И правда, будет ругать. А давай скажем Енотычу, что мы больше не будем ссориться, и тогда он не будет нас так сильно ругать. А знаешь что, Шунь, я вот думаю, что мы и правда больше ссориться-то не будем. От ссор одни неприятности. То кто-то на кого-то обидится, то как сейчас вот журнал порвется. Ну их ссоры эти, а? Ты прав, я тоже больше ссориться не хочу. Ну что, мир? Мир, айда к Енотычу. Ой, подожди. Подожди, надо с ребятами попрощаться. А, точно. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.